Итак, по традиции начинаю вот с этой штучки. У меня получаются вот такие спиральки, сделала я их ровно за 10 минут, может быть даже меньше. Теперь берем немного жидкого лака, наносим. Девочки, здесь я вам решила продемонстрировать, как из объемной, классной, небрежной укладки вы можете сделать вот такой гладкий, стильный и элегантный вариант. Все в зависимости от вашего настроения и образа. Также из вот этого элегантного, гладкого варианта я могу спокойно гребнем сделать опять классную, небрежную текстуру и направлять волосы в разные стороны. Руки чешутся, все-таки показать вам. Посмотрите. Выдвигаю волосы вперед. И расчесываю локоны. У нас вновь появляется крутой объем, и направить их можно абсолютно в любую сторону. Вот теперь сижу и думаю, как лучше. Ладно, с объемом вы меня и так очень часто видите, поэтому будем возвращать элегантность. Но вот разве это не круто? Посмотрите, 2 минутки, и я вновь элегантная дама. Даже не 2 минутки, 1 минутка.